В садах Карачаево-Черкесии устанавливают противоградовые сетки. Для чего они нужны, главные их достоинства и какие еще работы ведутся по уходу за деревьями для того, чтобы получить хороший урожай в будущем. И какова общая площадь высаженных культур в данном хозяйстве, узнавала Альбина Ламкова. Сады Карачаево-Черкесии расположились на площади 207 гектаров. В прошлом году собрали порядка 1800 тонн урожая. Это неплохой результат. В период пандемии работа в садах ни на один день не останавливалась. Сад требует ежедневного мониторинга. У нас в саду работает 80 человек. Мы соблюдаем все меры предосторожности. То есть у нас на входе на территорию сада измеряется температура у сотрудников. Раздаем мы маски, антисептики. То есть мы за этим очень тщательно следим. Работа здесь одно удовольствие. Яркий зеленый цвет деревьев придает им неописуемую роскошь, а молодые плоды – нежность. Уже совсем скоро они нальются соком. А для того, чтобы каждый сорт яблони и груш созрел вовремя и получился хороший урожай, необходимо вложить немало средств и труда. На сегодняшний день в этом направлении проводится активная работа по установке градобойной сетки. Для этих целей выбрали самую лучшую. На сегодняшний день на рынке очень много предложений по поставке комплектующих, в том числе сетки. Мы определились на сетки, которая производится в Италии, комплектующие тоже из Италии. Сетки у нас двух цветов, она черная и кристально-серая. То есть в зависимости от того, какой сорт яблок, красный либо зеленый, на этот сорт определенного цвета идет сетка. Специалисты отмечают, что значимость противоградовых сеток сложно переоценить. Они способствуют лучшему развитию плодовых деревьев. Главное достоинство сетки – защита плодов от повреждений солнечных ожогов и сильного ветра. Они натягиваются вручную над посадками и надежно закрепляются. На сегодняшний день в хозяйстве защищены сеткой более 60 гектаров фруктовых садов интенсивного типа. Она устанавливается на второй год плодоношения деревьев и позволяет получить наиболее качественный урожай. Помимо установки противоградовых сеток, деревья опрыскивают и ведут борьбу с сорняками. В садах Карачаево-Черкесии растут яблони и груши. Но, как нам стало известно, в скором времени заложат и 1 гектар персиков. Альбина Ламкова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейхабльский район.